Мої вітання в ефірі першого міського програми «Інтерв'ю дня» і я, ведуча Юлія Лалека. І сьогодні поговоримо про стиль та модні рішення прийдешнього 2022 року. Дізнаємось, якого кольору носити речі, аби бути в тренді, та як адаптувати свій одяг під нові канони моди. В нашій студії сертифікована дизайнерка одягу та консультантка зі стилю Ксенія Губська. Вітаю! Привіт! Що ж, Ксені, у нашій студії ти ще не була жодного разу, тож, але я знаю, що це не перший твій досвід прямого ефіру, тож досвід у тебе є. І це дуже добре. І одразу хочу запитати, які нові тренди приніс з собою 2022 рік та як адаптувати свої речі, котрі вже в тебе є в гардеробі, під модні тенденції? На самом деле сейчас живем в такое время, когда тренды, они такие медленные. То есть то, что было актуально в 2021 году, оно потихоньку кочует в 2022 год. Но то, что можно точно выделить и сказать как макротренды, то это первое, это удобство. Мода на удобство, на комфорт. Мы все привыкли сейчас такое время, да, после вот этих всех событий, находиться больше времени дома, поэтому спортивные костюмы, трикотаж во всех его проявлениях, которые только можно, трикотажные костюмы, трикотажные платья мы сейчас носим, то есть то, что удобно, комфортно и не сковывает движение. Я читала, навіть олімпійки входять в моду знову. Да. То есть все спортивное, все, что удобное, комфортное, оно не то, что возвращается, оно дальше с нами идет, никуда не уходит, даже наоборот трансформируется. То есть мы можем утром проснуться, надеть свою удобную какую-то домашнюю одежку, тут вспомнить, что нам нужно на почту, в этой же одежке бежим на почту, никто не подумает, что мы забыли переодеться. Вот в этом и есть вот комфортная мода, она такая адаптированная под все. Второе – это мода на экологичность. То есть сейчас мы все движемся к тому, чтобы отказаться от производства меха. То есть если мы используем мех, то только не натуральный. Это все, что касается эко, эко-материалы, эко-мех, эко-кожа. В экологичность еще можно привнести такую тенденцию на вещи из вторых рук. То есть вещи, которые мы покупаем, уже бэушные. Потому что осознанное потребление сейчас пропагандируется очень сильно. И поэтому, если раньше мы боялись, да, там как-то покупать вещи со вторых рук, сейчас наоборот пропагандируется. Винтаж сюда же, как никогда он очень популярный. Третья интересная тенденция – это мода на женственную сексуальность. То есть опять возвращаются приталенные красивые женственные силуэты. Мода на мини, на различные разрезы, вырезы, сборочки. То есть все, что подчеркнет нашу женскую красоту, наши какие-то красивые части тела, скажем так, это все возвращается. Приталенные пиджаки, пальто. То есть мода на оверсайз не уходит, но как бы параллельно вот мода на женственность, она набирает обороты. Вот. Что еще можно сказать? Многослойность также продолжает свою тенденцию. То есть, если мы раньше носили только джинсы со свитером, да, сейчас можно поиграться на балансе. Надели какой-то красивый топ, сверху рубашку, сверху какой-то жакет. Либо еще пойти дальше, например, если вы хотите утеплиться, надеваем какой-то красивый гольф. Сверху, я не знаю, возможно, какую-то, можно и рубашку, можно и жилет. Сверху тоже какой-то жакет, либо пиджак с мужского плеча. То есть, играйтесь вот этими объемами, это очень интересно, модно и всегда смотрится стильно, когда вы в многослойности. Вот. Ну а также мода на необычность, какие-то детали, какие-то футуристические, вот мода, все, что связано с космосом, да, тоже в связи там, с последними событиями. Вот все такое вот интересное, необычное, цепляющее взгляды. Дякую тобі. Перед тим, як перейти до наступного запитання, я бачу, що ти собі принесла якусь коробочку. Там дуже цікаво, що там в тебе лежить і що ми будемо робити зараз у студії. Здесь дуже цікава коробочка, так як мода у нас на футуризм немножко, да? Сейчас модно, і ми ще поговоримо про тренди в аксесуарах, все, що зв'язано з цепями. То есть цепи у нас везде. Это не только уже вот подвески, как мы раньше носили, и цепи просто преследуют нас везде, и платья декорируют цепями, и сумки, и обувь. Вот. И есть такое украшение, называется body chain. С английского переводится как цепочка для тела.
Ізначально показати, да? Так, так, покажи. Я вже бачу, ти її вдома майже доробила. Ми її сьогодні доділаємо. Я вже зробила каркас основу, і ми сьогодні в студії зробимо і примеримо, і покажемо, як з допомогою вот таких, вот, казалось би, обычних, простих вещей преобразувати какую-то вашу интересную одежду, либо образ в целом. Так що сьогодні покажу. Вообще, это изначально пришло с востока. Восточные женщины украшали свою одежду, свои платья, вот эти вот закрытые различными цепями, золотом. И оно пришло к нам, но немножко трансформировалось. У нас наоборот, девушки любят носить на более открытое тело. Поэтому вот сегодня я вам покажу, как это можно сделать и обыграть в своем повседневном образе. А потом ты надягнешь на свой топ, то мы побачим, как это будет выглядеть на теле. Да, чем хороша эта штучка, скажем так, body chain, тем, что ее можно везде как бы обыграть. Например, если у вас есть какое-то лаконичное, строгое черное платье, неважно какого оттенка, просто серебро на черном будет красиво смотреться. Надеваете, и вы уже королева вечера. Все на вас обращают внимание. И так, вы уже обычно. Да, и вы необычно выглядите. Тем более цепи – это гранж, стиль гранж. Он сейчас как никогда актуальный, поэтому тоже на заметку берите. Вот, что нам понадобится. Так, да? Дуже цікаво, чтобы люди, котрі нас зараз дивляться, розуміли, що потрібно для цього купити і де це можна придбати. Також дуже цікаве запитання. Если мы делаем из цепей, потому что body chain можно делать, в принципе, из любых материалов. Можно делать из бусин, можно делать даже вот из вот таких вот материалов. Это под жемчуг идет. Из бисера, то есть из всего, что у вас фантазии хватит, можно делать. Я пошла по классике и сделала из цепей. Цепи вы можете приобрести во всех магазинах для рукоделия, либо для шитья, либо даже в стройматериалы можете заходить и искать. Они есть различного вообще крепления, различного размера, вот все, что вам захочется. Поэтому я думаю, если вы зададитесь такой целью, вы найдете. Конструкция довольно-таки простая. Вы просто, вот как я делала, я просто измерила свой объем, да, вот под грудью, где она мне будет цепляться, и все. Вымеривали самую цепочку. Да, вы берете сантиметр, вот. Просто, или если у вас нет сантиметра, потому что я шью, он у меня всегда есть. Но если у вас нет, вы можете цепочкой точно так же отмерять, сколько вам нужно, отрезать. Они хорошо цепляются звенья к звеньям. Желательно, чтобы было какое-то вот у вас приспособление. Это открывать звено. Как бы, резать ничего не надо. Здесь все настолько просто. Просто вы открываете звено и вставляете туда вот следующее звено. Все как конструктор. Это реально конструктор. Если хотите поэкспериментировать и сделать свой дизайн, пожалуйста. Вот. Ну и сейчас я буду делать, и в конце передачи покажу, как получится. Так, тоді ми будемо плавно переходити до наступного запитання. Ти роби, будь ласка, ось цей body chain. Да, так да. Називається? Body chain, да. А ми будемо далі розмовляти. Оксана, знаю, що ти активно слідкуєш за трендами у своєму інстаграмі. До того ж, ти вела свою колонку в українському журналі, де і розповідала про всі тенденції у світі моди. Що це був за журнал? І розкажи, що не бажано носити у році тигра, аби не виглядати як з минулого століття. І які речі вже входять до антитрендів, і чим їх можна замінити? И, да, по-перше, про журнал. Да, работала в украинском издании. Журнал там был обо всем. Там о развитии, о... в общем, журнал, извините, немножко отвлеклась. Когда я начинаю что-то делать, я немножко, да, вот, ухожу в процесс. Да, журнал и моя колонка была о моде, где я писала о трендах, о том, что актуально в нынешнем сезоне, что будет актуально в следующем сезоне, что с чем сочетать, что не стоит, возможно, носить. Поэтому, да, вот моя задача была такая. Щодо антитрендів, що зараз буде не в моді? По поводу антитрендов, я тоже так всегда к этому отношусь скептически, потому что любой антитренд всегда можно правильно стилизовать, и он перестанет быть антитрендом. Глобально антитренд – это те вещи, которые вот были на пике популярности, да, вот все уже в них переходили, все топовые блогеры уже просто переносили. А как мода обычно до нас доходит? Не сразу, да, то есть мы пока присматриваемся, потом уже все переходили, мы такие, это не-не-нет, а потом, ну, вроде бы да. И когда уже эта вся мода ушла, мы только начинаем покупать, и нам уже говорят, это антитренд, снимите его.
Поэтому, если есть такие моменты, лучше вообще такие вещи не покупать, ультратрендовые, которые были, а купить что-то более базовое. Ну, например, сейчас считается антитрендом кроссовки на большой подошве. Которые... Эти сникерсы, так не, не... Ой, сникерсы называлась? Это вообще нужно уже забыть о них. Нет, Ugly Shoes называется, это Balenciaga ввела их. Такие кроссовки на массивной подошве, я думаю, что точно у кого-то, но они были, они у меня тоже есть. Не Balenciaga, конечно. Вот, и они сейчас дают свои позиции, они считаются антитрендом, потому что сейчас более кроссовки классического силуэта. Но опять-таки, если правильно застилизовать, то можно носить эти кроссовки, и никто никогда не скажет, что это антитренд. Поэтому все нужно правильно сочетать. Как и джинсы скини, говорят антитренд. Неправильно. Если правильно стилизовать, опять же, возвращаемся к игре балансов. Скини, узкие джинсы, правильно? Если мы хотим выглядеть стильно в них, мы должны наверх надеть что-то очень объемное. Либо мускулинный пиджак, да, либо вот рубашку, как я сейчас. Что-то такое, чтобы вот сыграло на контрасте. Тогда скини не будут выглядеть как антитренд. Чтобы была ревновага. Да, должен быть баланс. Как и с этими кроссовками. Если вы их наденете под... брюки, например, там, свободного широкого силуэта, это тоже не будет выбиваться, и они не будут считаться антитрендом. Антитрендом считаются вот в холодную пору куцые курточки приталенного силуэта. Любые, кожаные, дутые, стеганые, вот рекомендуют не носить. Но опять-таки мы их не выбрасываем, а используем как слой под низ. То есть, например, мы куда-то идем, нам нужно утеплиться, надеваем какую-то красивую кофточку, например, сверху эту курточку, и сверху какое-то свое пальтишко. То есть мы утеплились, нам комфортно, хорошо, и курточку не выкинули, да, если очень жалко, и она пригодится. Поэтому все можно стилизовать. А выбрасываем только те вещи, которые морально устарели и которые уже... Ну, ніяким образом невозможно стилізувати. Гадаю, можна не викидати, а, наприклад, віддати комусь, тому що так багато людей, котрі потребують цього. Да, да. Сейчас очень много мест, куда можно отнести вещи на благотворительность, да, поэтому всегда есть возможность куда-то их отнести с пользой, да. Так, добре. Тобто оверсайз зверху, знизу приталене. Щодо, можливо, якоїсь ще обуви, взуття. Ага. До якогось ще. Я знаю, що зараз все дуже модне на великій підошві, таке брутальне, таке якесь масивне. Тобто зимове взуття, яке потрібно купувати? Саме основне ходове – те, що от дійсно зараз пользується спросом, і те, що от я наблюдаю, і коли мене консультуються, от саме перше – це обувь на грубій підошві. Это то, что вот самое-самое актуальное, потому что ее это, сейчас одну минутку, потому что ее можно стилизовать абсолютно совсем. И с платьем какое-то такое интересное, легкое, летящее, мы можем с грубой обувью, правильно? И со спортивной одеждой мы можем стилизовать. И с какими-то джинсами, брюками, юбками, то есть эта обувь универсальная на самом деле, поэтому если вы ищете такую обувь, которая была бы везде уместна, вот на грубой подошве, покупайте и не прогадайте. Со шнуровкой, без шнуровки. Тут уже как вам захочется. Я згодна, тому що в мене також таке взуття, тому я розумію, про що ти кажеш. А що по аксесуарам? От зараз ми робимо бодічейн. Да. А які модні ще стильні в трендах? Раніше це були такі масивні на руку. Підкажи. Браслети. Так, да. Це було все дуже модне. Зараз це також все залишається в цьому стилі. Остаються масивні браслети, причому ми їх носимо не здесь, вот, і здесь теж носимо, но і на плечо. Вот, на многих показах у дизайнера использовали такой метод показать, как можно по-новому, да, носить браслеты вот на плечо, это будет прям вот сразу видно, что вы модница и разбираетесь, да. А щодо на ноги, наприклад, якісь такі ж браслети, можливо? Ну, это летний сезон, возможно, да, аккуратненькие, тоненькие, да, так, в принципе, вот массивные браслеты, жемчуг продолжает тоже, как бы, свою тенденцию модную, не сдает позиции, цепи, различные цепи с жемчугом, фантазийные цепи. Потом украшения в виде цветов тоже очень популярные. То есть все, что... Зараз и принты такие, какие-то квитасти. Да, да, есть такое. В моде. Есть, да. Цветы, вот наоборот, не сдают позиции, как говорят, да, там не носите, где есть принт цветочный. Хоча раньше было взагалі по-иншему, все цього навпаки... Цуралось. Квіти? Ні-ні. Знаєте, чому?
потому что у нас еще в основном мы же живем в Украине, у нас славянский тип внешности. А славянкам очень аккуратно нужно быть с цветочным принтом, особенно с мелким цветочным принтом. Почему? Вот, ну вот есть, да, вот такая вот такой нюансик, что славянкам лучше, если вы выбираете, вот типичная славянская внешность, как у меня, вот лучше выбирать, если принт цветочный, то огромные цветы, угу. И чтобы они были не у лица, а вот где-то вот подальше, потому что есть возможность превратиться в такую немножко, ну, можно я скажу там, девочка с села, вот, ну, есть такое, вот mm-hmm. есть, да, поэтому, если не хотите такого эффекта, то лучше выбирать огромный принт цветочный, не мелкий. И щодо сережек хотіла запитатись, да, да, раніше да. були дуже в моді такі, щоб одна була сережка, а в іншому вусі могло бути нічого. Да, і там моя серьга, вона по-прежньому дуже актуальна, либо асиметрична, то есть у вас здесь какой-то вот... Знову ж таки рівновага. Да, какой-то... Щось велике і маленьке. Да, да, із какого-то хрусталя, там, да, сейчас модно а-ля люстра Советского Союза, да, вот у них есть такие хрустальные детали, и вот сейчас говорят, вот смеются все, говорят, что вот это вот основной тренд, вот такие вот серьги а-ля вот бабушкина люстра. Поэтому сейчас опять набирают обороты огромные, большие, интересные аксессуары, то есть то, что будет видно вас издалека. Также опять-таки мода на броскость, на яркость, поэтому... Добре, а що по головним уборам? Я знаю, що це ваша улюблена тема, тому що ви самі робите капелюхи і взагалі ви завжди ходите в капелюсі, навіть взимку. Розкажіть, які зараз будуть головні убори у трендах, у моді? Шапки вже відійшли, чи ще шапки в моді якісь? Шапки, наверное, никогда не выйдут из моды, потому что это самый универсальный головной убор, который можно придумать. Но они немножко видоизменяются. Если раньше всегда вот мы наблюдали шапка бини, да, это обычная шапка, возможно, с подворотом, с каким-то бубончиком, вот, но она такая обтекаемая, то сейчас нам тоже представлено огромное количество различных шапок. Это тренд, прям тренд последнего сезона — шапка-ушанка. То есть это какая-то меховая, либо с овчины. Потом самый такой актуальный, необычный тренд – это на балаклаву. Это спортивное снаряжение, грубо говоря. Тоже, опять-таки, это из-за того, что происходит у нас в мире. Мы привыкли, чтобы все было удобно, тепло, защищено. И поэтому сейчас балаклава – это как никогда актуально. Или еще называют капор. Как помните, может быть, в детстве нам одевали такие шапочки, что закрыто было, ничего не видно, зато тепло и хорошо. Мода на панамки. Я очень люблю панамки, да, я их шью, поэтому они будут актуальными еще долго. Это классика. Абсолютно различного материала, цветов, фактур. Тут ваша фантазия. Шляпы тоже остаются. Широкополые шляпы с высокой тульей. То есть тут тоже выбирайте то, что вам подходит. Различные платки из эко-кожи, из шелка, из вязаные платки. То есть мода на головные уборы настолько она сейчас разнообразная, что тут только полет фантазии. Модно все, поэтому... Мне очень нравится современность тем, что нет правил. Ну, нет правил. Просто знание и умение, как все правильно сочетать, сделает вас самой стильной. Поэтому не бойтесь, экспериментируйте. Да, я думаю, что все у вас получится. А, хотела еще сказать, конечно же, кепки, бейсболки. Это тоже тренд, который остается с нами с прошлого сезона. Носим под шубы, под пальто, под пуховики. Кепки есть тоже утепленные. Не путать с кепи и козырьками, это немножко разное. Кепи и козырьки тоже актуальны. Поэтому, вот я говорю, головные уборы, они настолько сейчас популярны, что модно все. Я бачу, ты уже доробила, так? Да, я уже сделала. Тобто вже можна його надягати та демонструвати, як воно буде все виглядати. Да. Поки ти будеш надягати, в мене будуть ще питання, в мене взагалі їх то багато, але, гадаю, у нас останнє залишилось, угу. Тому що... Можеш показати? Так, покажи. Вот я покажу, ще раз нагадаю, це бодічейн. Да, это бодічейн. Котрий одягається на якусь приталену таку... Да, да.
Даже на голое тело можно одеть. Ну, это так, да? То есть я видела, девчонки надевают и сверху пиджачком прикрывают. Очень красиво тоже смотрится, но это для самых смелых. Но опять-таки, это я выбрала такую форму. Сейчас я расскажу, как можно ее сделать по-другому. Угу. Добре, тож надягай тоді, а я поки задам тобі декілька питань. От, наприклад, я знаю, що ти більшу частину свого життя прожила у Кривому Розі, але жила та мандрувала з чоловіком по Італії та бувала у багатьох містах України. Тож скажи, чи змінюється стиль криворіжців з року в рік? Як швидко, наприклад, зі столиці до нас доходять якісь модні тенденції? Можливо, є багато показів мод за кордоном. І ці покази мод ми дуже часто дивимося, але до нас це доходить дуже-дуже повільно. Тому що, як ти вже сказала, ми спочатку дивимося, потім думаємо, ні, це не наше, ми на таке не здатні, це буде дуже, якось виділять мене буде дуже. Тому ми не робимо таких речей і не входимо в ці тренди, не носимо таке. Але є дуже сміливі хлопці та дівчата – це тіктокери, котрі завжди надягають щось таке дуже і дуже екстравагантне. Тож скажи, Ксюша, як змінюється стиль криворіжців з року в рік? Як я вже говорила, да, ізначально виходить якийсь определенний тренд, і ми к нему довго присматриваємося. Присматриваємося, аналізуємо, привикаємо, знаєте, всі стадії прийняття, да, проходимо. І коли ми вже його хочемо і його приобретаємо, як правило, він вже становиться антитрендом. Антитрендом по всьому світі, так? Ну, у всьому світі, але не в Україні. Да, поэтому вот девочки, которые занимаются или увлекаются модой, они знают, что нужно тренировать свою насмотренность. Как тренируется насмотренность? Это какие-то модные журналы. Я рекомендую Vogue, вот даже в интернете покупать не нужно. Вы заходите и просто просматриваете, какие тенденции модные, потому что Vogue самый первый, который анализирует все показы. Также Pinterest. Заходите, листайте, смотрите стрит-стайлы, потому что моду диктует улица, а модные дома уже подхватывают. А масс-маркет уже подхватывает то, что придумал модный дом. Да? То есть это вот так вот работает. Поэтому всегда смотрите стрит-стайлы. Там вот самая модная, вот, скажем так, тусовка, которая может быть, и берите оттуда идеи. Да. Що ж, Ксюша, розкажи, точніше, покажи детальніше те, що ти зробила, body chain. Вот, у нас вийшло вот таке вот украшение, не знаю, як вам видно. Его можно на самом деле надевать не только на топы, на футболки. Вы можете его надеть на какое-то нарядное торжественное платье. Вот даже на твое сейчас мы могли бы его тоже примерить. Потому что это такой аксессуар, который дополняет образ и делает его более интересным, более необычным. Поэтому делайте, носите с удовольствием. Я думаю, люди будут на вас обращать внимание. Вот, я решила стилизовать таким образом, как бы надеть под рубашечку, да, но можно было и без рубашки, и на гольф, вот сейчас холодное время года, да, вот можно на гольфы, на теплое трикотажное платье, которое вот силуэтное, вот представьте, которое под горлышко с рукавом, поэтому делайте различные, можно делать на плечо, не обязательно в форме бра, это я так захотела, можно на плечо, можно на талии, можно обыграть абсолютно разными узорами делать, тут ваша фантазія, да. Ксюша, дякую, у нас вже час вичерпано. Ще раз нагадую, що це називається body chain, це можна знайти в інтернеті, подивитись, як його робити, з яких матеріалів все це можна знайти. Тож, Ксюша, скажи на останок, як ти підписана в інстаграмі, аби той, хто хоче з перших вуст слідкувати за модою від тебе, підписався на тебе та дивився і слідкував за трендами моди. Підписуйтесь, мій нік Окси Ксюша, буду всім рада. Поэтому присоединяйтесь. Вообще хочу сказать, что стиль, он должен быть индивидуальным. То есть будьте собой. То, что вы чувствуете внутри, транслируйте это и снаружи. Дякую за цікаве інтерв'ю. Нагадаю, що в нашій студії була сертифікована дизайнерка та консультантка зі стилю Ксенія Губська. До побачення. Всім гарного вечора.